Всем доброе утро, друзья! Я уже управилась, напоила, накормила свою птицу, своих зверей. Вот. Идем спешить делать добрые дела. Я хочу пойти проведать бабушку одну. Вчера был старый Новый год, так как нельзя было никому в гости ходить, потому что... Ну, нельзя, у нас не ходят в этот день никому. В общем, вот так, друзья. Вот тут немножко гостинцев я вот положила. Ну, все, что было, по чуть-чуть дома. И вот тут баночка, ведерочко сметаночки заберу бабулечки. Как говорится, чуть-чуть сделай добро. Чуть-чуть, каплю в море, но это уже какая будет радость для человека. Так, а я хотела еще, забыла я в вчерашнем блоге показать. Вот тут я сейчас делаю закваску домашнюю. Правда, она только пока второй день, друзья. Вот, сейчас посмотрим. Только второй день. Есть тут что-то, пузыречки, чтобы... Ну, она уже у меня работает, по чуть-чуть работает. А, во, видите? Значит, живая. Ой, как хорошо. Вот, второй день кормлю, подкармливаю. Вот, значит, вот такой крышечкой. Знаете, это крышечка какая, для чего? Для компотов сливать. Вот так вот у меня она укрыта. Вот, теперь не смогу укрыть, потому что одной рукой не смогу. Вот так, друзья. Стоит она на столешнице. Вот тут температура домашняя. Вот принесла муку сейчас с кладовки. И буду подкармливать. Пусть она согреется. В общем, дети попросили сделать хлеб пузырчатый такой. Пока ржану не хотят. В общем, вот так, друзья. Я сейчас перекладываю в пакет и иду до бабулечки. Посмотрим. Буду я там снимать, не буду, не знаю. Ну, все. Иду до бабульки. Уже у нас 12 час. Ну, я там на минут 20 и домой, потому что Марию надо встречать со школы. Со старым Новым годом, как ты? Так, как поживаете? Что такое? Что случилось? Это палка моя, вот эта палочка моя, смотри. Я пришла с ней, потому что там собаки. У тебя такой палки нет. Я пришла с палкой своей. Вот тут поставлю ее. А потом этого. Как встретила старый Новый год? Тушаночка, здрасте. Как живешь, моя хорошая? Иду, иду потихонечку. Ты тоже потихонечку иди. Тепло у вас в доме. Тепло. Хорошо, тепло. Уютненько. Вот бабушки еще пакеты стирают и сушат. Молодец, бабулечка. Печку эту дверь не прикрываете, вот эту? Прикрыть? Вот тебе чуть-чуть гостинцев принесла. Покушаешь сладкое. Так. Ну вот, моя хорошая. Сметану поешь. Что такое? Приболела? Приболела. Голова болит. Давление может? Как?
Вот так, моя хорошая. Кушала, обедала? Или еще обед рано? Холодно? Укрывайся, укрывайся. Так. Кто там? Есть кто-нибудь? Нет. Я думала, кто-нибудь идет. Нет. Я думала, оттуда кто-нибудь идет. Садись. Нет, я вот там сяду, кресло. Садись. Садись, укрывайся, если хочешь, ложись. Ложись, если хочешь, я посижу. Ложись, моя. В общем, расстроилась, друзья. Немножко у бабульки там прибралась. И все, и ушла. Так что, милые мои хорошие, если у кого есть возможность вот так вот ходить, не знаю, как у вас, делать добро. Булку хлеба, литр молока, сделать добро. Вот это я понимаю. Так что вот так вот, друзья мои, не надо ждать, что кто-то разбогатеет на Ютубе и потом будет делать добрые дела. Нет, надо сейчас делать. Здесь и сейчас. Так что вот так вот. Начинающим блогерам я хочу сказать. Я тоже начинающий блогер. Начинающие начинают так выходить и говорить, что вот я разбогатею, и тогда я начну делать добро. И тогда я начну помогать домам престарелым и всяким и прочим и прочим. Нет, друзья. Надо сейчас делать. Я вот пришла расстроенная. Я даже в дом, вот зашла в дом, сварила кофе, вышла и пью на улице. Не могу это записывать дома, потому что у меня мелкая дома. Не хочу дитя расстраивать, услышит. Вот. Она это тоже все слышит, когда она монтирует. Это все она монтирует. Я откуда умею это делать? Есть еще одна дамочка. В Испании. Она тоже, когда начинала, говорила, вот, я соберу подписчиков столько-то, построю, типа, во дворе у себя большой дом и всех вас привезу. Все, и где-то это все забылось. Поэтому я высказалась той блогерше, которой я сказала, что я не верю ни одному слову вашему. Не верю, друзья. Нет. Вы сделайте и потом покажите.